эфире «Новости сейчас». С вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. На смену понятным правилам игры в мировой политике приходит анархия. Исчезают гарантии недопущения нового масштабного конфликта. Откровенно о болевых точках современного миропорядка эмоциональное выступление президента Беларуси сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Александр Лукашенко не только описал болезни современности, но и предложил белорусский взгляд на их исцеление. Ряд инициатив, таких как «Хельсинки-2» или сопряжение евразийской и европейской интеграции, уже продвигаются отечественной дипломатией и поддержаны многими политиками в мире. Но в столице Кыргызстана белорусский лидер озвучил и ряд стратегических новаций, которые прежде не звучали на столь высоком уровне. Во-первых, предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам повестки дня Организации Объединенных Наций. Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни. На полях саммита белорусский лидер провел ряд важнейших двусторонних встреч. В переговорном марафоне Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Кыргызстан. В частности, с Владимиром Путиным обсудили тактику и стратегию глубокой союзной интеграции, готовность к новой встрече на высшем уровне и участие России во вторых европейских играх. С председателем Си Цзиньпином говорили о скорейшем завершении инвестпроектов с участием китайского капитала в Беларуси и статусном международном форуме на базе Великого Камня. С премьер-министрами Индии и Пакистана обсуждались новые проекты, экспорт белорусских технологий под ключ и визиты в Беларусь на высшем уровне. Они традиционно становятся драйверами политики и экономики. В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва. Погиб один человек, и судьба еще одного неизвестна. Инцидент произошел в высокогорном крае Тушети. На месте работают спасательные бригады и службы неотложной помощи. Отмечается, что данный участок дороги считается самым сложным в Грузии и одним из самых опасных в Европе. Еще этим утром дорога была закрыта из-за схода оползня. Две машины упали в реку на юге Китая из-за обрушения моста. Одного человека удалось спасти. Информации о других пострадавших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются. ЧП произошло в провинции Гуандун, на которой обрушились проливные дожди. Дома разрушены. Большой ущерб нанесен сельхозугодиям. Сейчас ливни отступают. Сегодня Всемирный день донора, и с утра добровольцы приходят в пункты сдачи крови на безвозмездной основе. Хотя безвозмездно не значит бесплатно. Для каждого донора в Беларуси работают принципы финансовой нейтральности. Это освобождение от работы в день донации с сохранением среднего заработка, обеспечение питанием до и после процедуры, компенсация затрат на дорогу к месту сдачи крови. В Беларуси зарегистрировано 55 тысяч почетных доноров, но и решившихся сделать полезное дело впервые тоже немало. Благодаря донорам в Беларуси ежегодно проводят свыше 400 тысяч операций с переливанием крови. И это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.